сборная Армении провела второй матч в отборе на Евро-2024. В марте команда уступила на своем поле Турции со счетом 1-2, а сегодня сборная Армении нокаутировала Уэльс. Начало матча сложилось для сборной Армении неудачно. За первые 10 минут команда Александра Петракова не нанесла ни одного удара и пропустила. Но армянские футболисты не планировали сдаваться. Они отыгрались спустя 9 минут. Гости отобрали мяч у своей штрафной площади и расчертили классную комбинацию. Наирти Князян прострелил с фланга, а Лукас Силараян в касание пробил в ближнюю девятку. Все было настолько стремительно, что вратарь хозяев Дэнни Уорд даже не прыгнул за мячом. Армяне вышли вперед еще до перерыва. На этот раз голевой передачей отметился полузащитник Краснодара Эдуард Спартсян. Хавбек классно забросил в центр штрафной, а там Грант Леон Рана с головой спокойно расстрелял вратаря. Дальше, больше. В середине второго тайма гости в третий раз огорчили вратаря хозяев. Ранос остроумно пропустил мяч, открылся под передачу Силараяна и в касание прошил вратаря ударом в ближний угол. Для Раноса это второй подряд дубль в составе сборной. Стоит отметить, что Грант мог стать автором хет-трика, к сожалению, мяч попал в штангу. Через 6 минут валийцы отыграли один мяч, но это не важно, так как уже через 3 минуты дублем отметился Лукас Силараян. Это первые голы полузащитника в форме сборной. Такое событие он наверняка запомнит надолго. Еще через 3 минуты валийцы остались вдесятером после удаления Мура. В такой ситуации хозяевам было очень тяжело рассчитывать на успешный результат. Армения сохранила нужный счет и одержала первую победу на отборе Евро-2024. Следующий матч наша сборная проведет дома с Латвией 19 июня.